непокорных меликов истреблял наместник шаха Дерзицкого грозный Аслама-Кули хан. Замки и поместья предавал он огню, а жителей либо истреблял, либо в цепи закованных уводил в рабство. Шакалы и гиены рыскали по осиротелой земле, опустели храмы Божьи, последних пределов достигли беды народа нашего. Ныне 1713 году и собралась старшина мели, дабы выбрать посла земли христианские, просить помощи от лютого сердца. И выбрали они роду знатного, мудрого князя Израиля Ори. И нет у меня слов, чтобы передать стон и плач моего народа, ваше величество. Что ж сказали тебе король французский и кесарь римский? 25 лет я добиваюсь помощи у западных монархов. Вы говорите, ваше величество, получить послание от брата вашего, кесаря римского Леопольда II. Разумел я сию эпистолию от кесаря. Составлено село умно. Однако то ж не простаку писано. Что ж у вас, своего войска нет? Что у кесаря просит? Мы войска не просили, великий государь. В высоком стремлении помочь христианскому народу Армении предлагает кесарь свое доблестное войско. Но ежели вам кесарево войско не надобно, мыслю я, кесарю надобно, чтобы его войско у вас было. Неси! А, неси, неси, Касьяночка! Не худо отлита, а? Сама мала, а калибра крупная. Не хуже английских будет. Я, великий государь, скромный служитель Божий. В сих делах ничего не понимаю. Передайте от меня кесарю римскому, что зело похвально желание его помочь страданиям народа армянского, что и мы, охваченные сим желанием, готовы начать переговоры по поводу сему. А ты из пушки палить обучен? Нет, государь. Возьми его, Касьяныч, и обучи бомбардирской науке. Мне, государь? Князю и послу? Не к лицу вашего бомбардира учить. Ты посол, а я царь. Мне не в задор было обучаться у Касьяныча. А тебе, послу, сие неприлично? У меня на Руси я сам себе хозяин, а на твоей Армении ханы верхом сидят.
кому из пушек палить более надобно. Мыслю вам. А коли будут и впредь, среди бояр армянских такие, как ты, петучи, сидеть вам под властью чужеземной еще 300 лет. Понял? А потребны вам не войска кесаревы, а пушки аглицкие, да мастера литейные, а пущи инженеры, да разных наук доходчивые. А в том я вам помощь дам. Много благодарен вашему величеству. Отвезешь от меня указ князьям армян. А все-таки далеко русскому царю до римского кесаря. Войску римского кесаря до земель русского царя еще дальше. Да не нам в помощь, а ему в спину хотел послать свои войска римский кесарь. Да не вышло. Вот указ мой армянским князьям. И скажешь им, что беру я армянский народ под свою высокую руку. А кто поведет армянский народ на баталию с врагом? Найдется великий государь среди меликов Армении достойный вождь. Слышал я, что у грузинского царя есть славный военачальник, и родом он будто бы из Армении. Как звать его? И я слышал, ваше величество, звать его Давид Бек. Да-да, Давид Бек. Как ты прекрасна, моя родина! Вот она, родина! Клянусь тебе, родина, огонь, потухший в хижине крестьянина, будет зажжен. Поруганная честь армянской девушки будет отмщена. Клянусь, эта земля будет освобождена, или примет она мой прах. Кем ты бился, старик? Я бился с персидским отрядом шейха Абас-Оглы. Они разграбили наше селение. Это весь твой отряд? Да. И все мои сыновья. Вот этот Амбарцун. Мастер, мечи закалять! Враги испытают силу твоего меча, кузнец. Ты поможешь мне. А это Вартан, мастер песни слагать. Иди, певец, по всей стране нашей, и песней своей пламя мести в сердцах народа зажигай. 10 их у меня, один лучше другого, а этот Гор самый младший.
Тебе, брат, еще рановато воевать. Воину нужна сила. И ненависть. Да. Ты прав. Возьми эту гор. Это поможет твоей ненависти. Я буду достоин этого оружия. Двадцать пять лет тому назад из объятого пламенем замка верные друзья спасли юного Тарибека и переправили в Грузию. Ныне вернулся он с соратниками своими на родину. И предстало очам сыновей своих, в стенаниях и плаче, земля, породившая их. Благословен будет Давид Бекчац, когда нога твоя ступила на землю Армении. Откуда ты знаешь мое имя? Слава героя обгоняет его коня. Я пришел к тебе за благословением, святой отец. На смертную битву с врагами поднимаю я народ. И час победы наполнит радостью горестные страницы летописи Армении. Летописью народа моего благословляю тебя, Давид Бек. Пусть подвиги твои сверкают славою во веки веков. Аминь. Поставь точку, сын мой, на написанном тобой и начни новую главу истории Армении сегодня. Ненависть и мщение поднимает народ Степанос. Ночью мы разгромим персидский отряд шейха Аббас-оглы. Могучий шейх, тысячи воинов с факелами несутся на нас с гор. Коня! Львы испугали стадо ослов? Стадо ослов во главе со львом опаснее, чем стадо львов во главе со ослом. Как вы попали сюда, святой отец? Тебе, воин, незачем это знать. В делах своих я исповедуюсь перед Богом. Простите, святой отец.
солнце померкло для тысячи врагов. И было их 40, а разбойников целая 1000. Но как львы набросились они на разбойников, и каждый бился сотней, а сотня с 1000. Рубили они их богатырскими мечами, давили их богатырские кони. Кровавый поток тела разбойничьи уносил. А храбрее всех храбрецов бился твой Степанос. Завтра ночью ты увидишь его. Помнит ли он нашу клятву, нянь? Я, Степанос, всегда верен своей клятве, дочь моя. Горе обрушилось на мою старую голову. В этом мире ты моя единственная надежда. У меня нет никого, кроме тебя. Я уверен был, что соединишь ты жизнь свою с прекрасным князем Шаумяном и в безмятежной радости, счастливой вашим счастьем, закончу я свою грешную жизнь. Что-нибудь случилось с Степаносом? Ради блага народа я должен расстаться с тобой. Я не понимаю тебя, отец. Ты должна стать женой хана. Молчи. Так должно быть. Все должны жертвовать всем. Я должен владеть областью Баргушат. Я должен собрать большое войско. Я должен помочь Давидбеку. И в этом поможешь мне ты. Я не верю тебе, отец. Каяне. Вместо сердца камень в твоей груди. Бог накажет тебя. Не взывай к Богу. Он покарает тебя своим гневом. И это ты говоришь мне, твоему старому отцу? Я не желаю тебя слушать, Нелик Франбюр. Ты не вняла моим просьбам. Ты выполнишь мой приказ. Пой мне, Зейнаб, самую грустную песню твоего народа. Почему, госпожа моя, с радостью слушаешь ты песни грусти и с грустью слушаешь песни радости?
Зачем ты пришел, хан? Я пришел потому, что сильна моя любовь к Гаяне. Не сильнее она моей ненависти, хан. Смело говоришь ты со мной, Гаяне. Жестокие пытки и смерть – мой ответ на такие слова. Неужели ты думаешь, хан, что смерть страшнее твоей любви? Неужели есть более ужасная мука, чем быть женой деспота, окровавившего мою страну? Ты не права, Гаяне. Я жестоко караю непокорных, но я милостив к послушным. Разве плохо живет твой отец Мелик Франгюль? Самым радостным часом моей жизни будет час его смерти. Как жаль, что он мне нужен. Но я доставлю тебе эту радость в день нашей свадьбы. Я все прощаю тебе, Гаяне. Но чтобы никто никогда не повторял твои слова, прикажу я сегодня вырвать язык у твоей служанки Зайнаб. Няня, где моя Гаяне? Разве забыла она, что 2 года назад мы сговорились с ней встретиться в эту ночь? Видно, не прав я был перед верным конем своим, заставляя лететь его на неверное слово девушки. Гаяне к тебе, князь, но не сильна ее власть над собой. Турецкие послы прибыли к тебе, великий хан. Пусть войдут. Кто вы? Зачем и откуда прибыли в крепость Зеву? Я Осман Бей, посол Турции. Тебе, великий хан, привез я письмо от калифа правоверных
султана Ахмеда III. Какие вести принес ты мне? Слышал я, как быстрее стрелы облетело твою страну одно имя. И заставило меня это усомниться в твоей власти, хан. Назови мне это имя. Давид Бек. Смотри. Когда ты вернешься к султану, ты можешь передать ему, что еще не видя Давид Бека, ты уже видел его судьбу. Ты властен над жизнью многих людей, хан. Но судьба людей в руках Аллаха. Дай твое письмо. Прочти мне это, мирза. Я, калиф правоверных, султан Ахмед III, шлю тебе привет, великий хан. Услышал я недобрую весть. Нечестивец Давид Бек восстал и угрожает тебе и святому исламу. Узнав, что войска твои сейчас малочисленны, повелел я своим войскам прийти к тебе на помощь. Разбив же Давид Бека, вернуться им в Турцию. Калиф правоверных, султан Ахмед III. Завтра утром ты получишь мой ответ. Проводи послов. Мамедхан! Сегодня же возьми половину моего войска и ступай на границу Турции. Если турки перейдут в мою землю, ударь на них. Ты не тот, за кого себя выдаешь. Я знаю, кто ты. Я узнал тебя, Давид Бек. Кто ты, перс? Не узнаешь ты меня, Давид? 25 лет назад я вынес тебя из огня. Я вороздат, а здесь меня Ахметом зовут. Вороздат? Да, да, помню тебя, Вороздат. Ты спас мне жизнь. Почему ты здесь? Тебя я успел отправить в Грузию. Меня же схватил старый хан. 25 лет пламя мести пылает в моей груди. 25 лет я жду тебя, Давид Бек. Вороздат! Что привело тебя сюда ночью? В Атеве собираются мелики. Не впервые они собираются. Я еще не все сказал. Много лет я служу тебе, хан. Я делал все, что ты хотел. Я выдавал тебе непокорных. Я помогал тебе властвовать. А сам я тени. Ты обещал мне, хан. А разве я говорил, что не исполню свое обещание? Нет. Но сможешь ли ты исполнить? Кто может мне помешать? Давид Бек.
Он поднял народ. Он объединит меликов и поведет их на крепость Зеву. Ты слышал, Рашид Мирза? Что ж, пусть идет на Зеву, если он торопится к своему концу. Нам ли удерживать его на этом пути? Ты должен вместе с Давидбеком идти на Зеву. Когда он начнет штурм, ты ударишь ему в спину, а я нападу на него из крепости, и мы раздавим его. И если тебе поможет Аллах, не Давидбек, а ты будешь первым человеком в Армении. Да очернит Аллах тех, кто неверно служит мне, кто из меликов пойдет Давидбеком против меня. Приказал я тому отрубить руки и повесить за ноги на стене крепости моей. Тому же из меликов, на кого падет милость Аллаха, кто доставит мне его Давидбека живым либо мертвым, будет от меня щедрая награда золотом, землями и милостью моей. Так приказываю я, верный слуга Шахиншаха, повелитель ваш Асламат Кули Хан. Неужели он может запугать нас, мелики? Когда старшие мелики молчат, и тебе помолчать следовало бы, Баяндур. Торопиться не надо, ждать надо. Тебе долго ждать нельзя, ты помереть можешь. Тебе, Меликуван, старейшему и знатнейшему, первое слово. Славные мелики Армении, 21 год сложил мой дед свою голову под секирой персидского палача. В ханском дворе пыток погиб мой отец. И если дожил я до того, что зовете меня старейшим, то лишь потому, что понял я грозную силу хана. Не настало еще время биться с врагом. Терпеть и ждать надо. Я не желаю ханской милостью дожить до седин Меликована. Я лучше приму смерть в битве за родину свою. Мелики это... Горячиться не надо, ждать надо. Прав, Меликован, уверяю вас, грозной силе персов. Прав, Мелик Торос, уверяю вас, принять смерть в битве за родину. Могуч и силен хан Асламас. Но мыслю я, ничего нет сильнее воли людей, решивших биться за свободу и счастье. Веди нас, славный из славных, Мелик Барсадан. Мелики Армении, 20 лет жизни своей провел в битвах славный Давидбек. Сейчас он прибыл к нам. Кому, как не ему, вести нас на великую борьбу? Я скажу вам. Почему неприветлив со мной, князь Шумян? Только этот храм спасает тебя от моего привета. Настал решительный час. От слов пора перейти к делу. Мелики Армении, готовы ли вы поднять мечи против персов?
Я пришел с войском. Я пришел не раздумывать, а биться. Ты будешь биться в судорогах на плахе у хана. Слушайте меня, Мелики. Я не верю ни одному твоему слову, Мели Франгюль. Ты хотел стать моим зятем, то стал моим врагом. Я принимаю твой вызов, князь Степанос. Берегись. Слушайте меня, мелихи! Послушаем, что скажет посланник кесаря Римского. Нам нечего слушать, поступать надо. Не настало еще время. Ты трус, Мелихов! Слушайте меня, мелихи! Послушайте, что я вам скажу. Не слушайте его, мелики. Десятки лет деретесь вы между собой, мелики. И потому не можете драться с врагом. Этого я вам не позволю. Время споров прошло. Настало время битв. Хватит ли наших сил, чтобы одолеть грозную силу могучего хана? На каждый армянский меч обрушатся десятки персидских клинков. Ведите. Спрашивайте их, мелики. Я знаю тебя, жестокий шейх Абас-оглы. Как случилось, что ты очутился здесь? Покарал меня всемогущий Аллах. Затмил мой разум. С 50 воинами разбил Давид-бек мое полутысячное войско. Одному Давид-беку никогда не одолеть могучего Асламас-Кулихана. Я не желаю погибнуть, подвешенный за ноги на стенах крепости Зеву. Ты будешь висеть не на стенах крепости Зеву, а как трус погибнешь от моего же меча. Уведите их! Ненависть и мщение поднимают народ. С маленьким отрядом разбил Давид-бек большое разбойничье племя. И в битве этой один бился с сотней, а сотня с тысячей. Поднялся народ Армении. Час решительной битвы пробил. И тот, кто не обнажит свой меч, пусть не называет себя армянином. Я слушаю вас, Мелики. Мы слушаем тебя, Давид-бек. Славные мелики, без тени сомнения, с великой гордостью присягнем мы сегодня в верности нашей Родине. Верю я, что каждый из вас, обнажив свой меч, не вложит его в ножны, пока хоть один враг останется на нашей святой земле. Силен хан Асламас. Многочислен его войско. Разве сталь армянского меча слабее стали персидских клинков? Безграничная любовь к родине, священная ненависть к врагу, кованы в ваши мечи. По всей Армении поднимается народ, зарево битвы пылает над страной. Мне удалось под видом турецкого посла проникнуть в крепость Зеву и разделить основные силы хана. Теперь мы можем разбить их по отдельности и всей своей силой обрушиться на главный оплот персов, цитадель их могущества, крепость Зеву. Славные мелики, Давид-бек перехитрил хана. Вместе с ним
Мы победим его. Слава Давиду. А где князь Мансур? Моему деду Мансуру сегодня исполнилось 104 года. Он не может прийти сам и прислал меня. Ты пришел один? Да. Я пришел один и со мной 1000 воинов. К Маметхану, передай это, чтобы он немедленно возвращался. Прибыли, ваше святейшество. По делам Божьим, господин Касьянов. А вы? По мирским. С каких-то пор, господин Касьянов, русские занимаются мирскими делами в Армении? А с тех пор, ваше святейшество, как подданные короля германского, занимаются здесь промыслом Божьим. Верю я, господин Касьянов, что вашим оружием мирским освободите вы землю эту, а ее обитателей я приведу к единому Богу. Не по-божески рассуждаете, святой отец. Как же так? Бог создал землю, отдал ее людям, а вы хотите, чтобы люди завоевали ее и отдали Богу? Да ведь еще не прямо ваше святейшество, а через германского короля, да кесаря римского. Назначены вы сюда, господин Касьянов, заниматься делами бомбардирскими, а споры ведете богословские. А того не видите, что пушка ваша, единорог аглицкой системы, косит немного? Косит. Да, и ядро припорете от цели, давать отклонение будет. А и верно, косит малость. И как это вы, святой отец, при таком бомбардирском глазе да в попах ходите? Воля Божья, господин Касьянов. Что, господин полковник, им наши пушки не нравятся? Да вот поп говорит, косит малость. У него глаз косой, по-моему. Нет, у него, брат, глаз правильный. Давай-ка. Давай-давай. Ну. Здорово, Касьяныч. Здорово. Парефом борцу. Парев Давид Бек. Ну, как с пушками? Постываешь? Да ничего, к походу справлю. У меня ж помощники золото, а новым борцум, молоток, турстех. Брат, ты у нас совсем армянином заделался. Я тебя из Армении не выпущу. Да я бы и сам остался. Да климат жарковато у вас. А зато вино какое? Винцо? Да, похвальное. Святой отец о пушках узнавал? Ему знать все надобно. Затем послан. Он и к царю Петру ходил. Ну и что? Да царь Петр много таких видывал. Царь Петр? Мудр. Царь Петр. Воины и народ Армении, здесь, под древними сводами этого храма, в
порешили мелики Армении положить конец владычеству хана. Здесь, над гробом великого полководца Вартана Мамиконяна, порешили мелики Армении принести клятву верности родине своей. Глянитесь, мелики. Десятки веков завоеватели мира устремлялись на земли Армении, дабы уничтожить армянский народ. В бессмертной битве отдал свою жизнь за родину храбрейший из храбрых великий армянин Вартан Мамиконян. Мы будем достойны наших предков. Клянусь. Лев на моем знамени, львы мои воины. Клянусь. Издревле верой и правдой служили Армении мелики мансуры. Клянусь и я. О, бессмертный из бессмертных Вартан, мы обнажили наши мечи, и все как один, под водительством славного Давид-бека, готовы к смертельной схватке. Клянусь! Пусть обменяют мужчины это золото на мечи, и мечами добудут победу. Мечами добудем мы свободу вам и радостное будущее детям вашим. Братья воины, трудна дорога победы, но мы встали на этот путь. Презренье тому, кто сойдет с пути, кто повернет назад. Назад пути нет. Мы станем свободными или погибнем в бою. Тянитесь, братья воины! Благословляю тебя, воинство армянское, на подвиги ратные, на дела великие. Как одной своей жизнью отвечу за тысячу жизней, веренных мне.
О смерти в битве за родину, без смерти в веках. Назад пути нет. Победить надо, даже если это невозможно. Кто из меликов пойдет против меня с Давидбеком, приказал я отрубить тому руки и повесить за ноги на стене крепости Зеву. Нет, Асламас, нет, твоя крепость Зеву, а наша, армянская. Не запугать тебя, Асламас, гордых меликов Армении. Не владеть тебя, Асламас, землями армянскими. Испепелит тебя, Асламас, пламя ненависти народной. Турецкий посол это был сам Давидбек. Он обманул хана, разделил войско хана и сам идет на Зеву. Вернись и ударь в спину Давидбеку, мелик Франгюль. Клянусь Аллахом, он обманул сам себя. Завтра Давидбек будет висеть на стенах крепости Зеву. Руби! Как ты думаешь, Шумян, о том, зачем я рассказал меликам о нашем турецком посольстве в Зеву? Да. Ты прав. Мелики не должны знать все. Но думать они должны, что знают все. А если твой план стал уже известен Асламан? А может, в этом и заключается мой план? Мамедхан повернул в ущелье. Не по той дороге пошел конь Давидбека. Нам надо на Зеву, а Давидбек поехал на ущелье. Зачем? Если мы повинуемся Давидбеку, неужели его кони повинуются ему? Надо было бы послать хоть небольшой отряд к крепости Зеву. А Асламас-хан, не увидев твоего войска, почует неладное. Вернись назад к камню и посмотри, кто предает нас. Как я узнаю его? Он свернет на дорогу Зеву. Почему? Больше всего побоится предатель потерять доверие хана. Он обещал привести нас к Зеву. И если мы не приедем, то он придет туда даже один. Не знаешь, почему Давидбек повел свои войска в ущелье Лилии? Возможно, засада. Давидбек идет на Зеву окружным. Я не боюсь засад. Я пойду прямо на Зеву. Вы должны идти за Давидбеком, мелик. Вы должны идти за своим меликом. За мной! Thank you.
Это Мелик Фангюль. Фангюль, прикажи Давид-бек, и я снесу ему голову. И ты думаешь, 8000 воинов Франгюля будут смотреть на это с таким же восхищением, как и я? Но я скажу им, что он предатель. Мало сказать, надо доказать. Прикажи Мелику Торосу с войском своим двинуться к крепости Зеву и неустанно следить за Франгюлем. Тому назад в ущелье Лили была великая битва, и полегли в том ущелье тысячи храбрейших юношей армян, бившихся за свободу своей родины. Ныне, в 1722 году, подстерег Давид-бек в том ущелье 30000 персидских воинов Асламаза и в жестокой битве истребил их всех до единого вместе с начальником их Мамед-ханом. Так отомстил славный Давид-бек. Помнится, Давид-бек, когда мы служили в Грузии, мы взяли 19 крепостей и выпили 19 бурдюков вина во славу грузинского царя Вахтанга. Ну что ж, Бендур, выпьем 20-й для ровного счета. Тогда давай скорее штурмовать. У меня что-то пересохло в горле. Как ты думаешь, юный Мансур? Вино-то я пью, а вот крепостей не брал. Вот и откроем твой счет. Прошу. Садитесь. Итак, вас прислал сюда святой отец? Кесарь Римской? Да. Король Германской? Да. И вы, наверное, хотели бы привести жителей Армении в лоно католической церкви? Да. Однако жители Армении исповедуют другую религию? Да. И победами своими целиком обязаны армянскому богу? Да. Следовательно, изменить своему богу и перейти к вашему будет черной неблагодарностью. Не правда ли, святой отец? Да. Простите, если ваша миссия не увенчается успехом. Кесарь Римский просил вас вернуться обратно. Да. Счастливого пути, святой отец. Благодарю вас. Однако, достаточно ли продуман ваш отказ?
от блестящих перспектив на Западе, несущих миру новую эру под эгидой кесаря римского, короля германского. Достаточно ли? Насколько мне известно, некоторые могущественные мелики держатся иного мнения. Кто именно? Хотя бы мелик Франгюль. А вы ему не доверяете, святой отец? Мы ему тоже не доверяем. Не может быть, чтобы мелик Франгюль хотел принять католическую веру. Почему? Мы уверены, что он хочет принять мусульманскую. Передайте мой низкий поклон кесарю римскому. О, кесарь Римской империи будет весьма гордиться тем, что вы его вспомнили. Я же, с своей стороны, постараюсь сделать так, чтобы он вспомнил вас. Вы говорили с ним, святой отец? Да. И? И ничего не добился. Как? Он отклонил покровительство кесаря римского, короля германского? Да. На что же он рассчитывает? На Россию Петра и на Армению Давидбека. В Армении есть мелики, не менее влиятельные, чем Давидбек. Вы говорите о мелик Франгюле. Давидбек ему не доверяет. И мне советовал поступать так же. Я просто переоценил вас, мелик Франгюль. Вы слишком мелки для борьбы с Давидбеком. Ищите спасение у хана, если только хан спасется сам. Ты... На, выпей, успокойся. За что ты позоришь, Давидбек, имя Франгюля? Честные в христианских краях и в пустынях Ирана. В летописях нашего рода не было случая, чтобы правители Армении не доверяли нам. Семья не без урода, Франгюль. И если то, в чем я обвиняю тебя, правда, то будь твоими предками даже Александр Македонский, Тигран Великий и Юлий Цезарь, и это не спасло бы тебя. В чем ты обвиняешь меня? Ты предатель, Франгюль. Доказательства. 8 часов я назначил штурм крепости. После взятия ее ты получишь доказательства. Я требую их немедленно. Время решаю я. Отнеси это Асламасхану. Если он сдаст крепость без боя, я дарую ему жизнь. Тебя я назначаю послом. Как? Обвиняя меня в предательстве, ты назначаешь меня своим послом? Во-первых, я не представил тебе доказательства. Во-вторых, тебе легче, чем кому-либо, сговориться со Сломазом. Что ты хочешь этим сказать, Давидбек? Проводите мелики, мелика Франгюля до ворот крепости Зеву. Предателя Франгюля ты назначаешь Косломазу своим послом? Князь Шаумян, прими начальство над войсками Франгюля. А ты уверен, что он не вернется? Ты тоже знаешь, что он не вернется.
чему готовишься ты, Асламат-хан, надевая на себя эти великолепные одежды? Я готовлюсь к празднеству победы над Давидбеком и к свадьбе с твоей дочерью, Франгюль. Ты готовишься к свадьбе в то время, когда, быть может, пора готовиться к смерти? Ну что ж, готовясь к смерти и к свадьбе, человек одинаково надевает на себя лучшие одежды. Я удивлен тому, что ты здесь, Франгюль. Ты мне нужен там. Давидбек узнал о моей верности тебе, Асламат-хан. Я больше не могу вернуться к нему. Ты больше ничем не можешь мне помочь. Ты ничто. Я сам. Я один разобью Давидбека. Мне не нужна твоя помощь. Мне хватит моих собственных войск. Ты сам не сможешь победить, хан. Я помогу тебе. Я не верю тебе. Я послал гонца к Мамедхану. Его войско вернется и вместо меня ударит спину Давидбеку. Ты хорошо это придумал, Франгюль. Теперь ты не веришь, хан. Таким, как ты, не верят, а платят. Родные мои воины, когда падет владычество хана, родина станет свободной. Вперед, сыны Армении! Вперед на штурм! Thank you.
на первом же штурме крепости закрылся мой счет. Славный Давид Бек. Мансур, мой Мансур, ты дрался как лев. Когда ты победишь, Давид Бек, внеси мое тело в крепость Зеву. Я обещал деду своему, что живой или мертвый, я войду в нее. Но не добились успеха. Мои пушки бессильны против этих стен, Давид-бек. Какой дьявол их выдумал? Мой дед выстроил их, Касьянович. Ты все-таки приготовь свои пушки. Победы, Гаяне, в этом пламени погибнут мои враги. Когда загаснет огонь, мир и спокойствие воцарятся на моей земле. Ты станешь моей женой, и остатки дней своих, благословенный Аллахом, я буду проводить в радости и счастье с тобой. Погребальным звоном пронесется по моей стране день твоей радости, Асламат. Твой отец будет управлять Арменией. Он заслужил это. Это он помог мне уничтожить моих врагов. Будь проклята ты, дочь Франгюля, невеста Асламата.
если бы я мог вытащить их из крепости. В открытом бою мы их разобьем, как в ущелье Лили. В ущелье Лили. Ущелье Лили. Ущелье Лили. Ты прав, Степанос. Приготовь ханские знамена. Знамена? Это Мамедхан. Он ударил в спину Давидбеку. Прикажи отряду Тароса вступить в притворную битву с конницей Шаумяна. К Паентуру и передай ему, пусть он окружает пехоту Асламан. Ты обманул меня? Это не Мамедхан, это Давидбек. Но это были твои знамена. Защищай-то.
мои воины! Пощадите! За мной! Пиши. Многие из нас отдали свою жизнь за счастье, за свободу нашей Родины. Так боролись мы, ваши предки, в начале 18 века. Так будут бороться славные сыны Армении по веки веков. И чтобы правнуки были достойны прадедов своих, пусть потомков живет слава предков навеки веков.